Глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Армения считает, что переговоры по режиму Лачинского коридора давно завершены. Правовые регулирования нашли место в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года, согласно которым Лачинский коридор остается под контролем российских миротворцев, а Азербайджан гарантирует беспрепятственное движение по коридору. Позиция Азербайджана заставляет Армению усомниться в целесообразности дальнейших переговоров. Какой смысл достигать каких-то договоренностей, которые потом нарушаются со стороны Азербайджана? Нет, мы не ведем переговоры с Азербайджаном по установлению КПП в Лачинском коридоре. С одной стороны, с Азербайджаном проводятся переговоры по заключению мирного соглашения. С другой, Баку ужесточает воинственную риторику и угрозы. Воинственная риторика не способствует мирному процессу, ставит новые препятствия. Но тем не менее, переговоры продолжаются. В скором времени мы отправим наши предложения по проекту мирного договора. Мы продолжим вести переговоры с Азербайджаном с целью установления в регионе долгосрочного мира.